Нужно найти способ, 25. Чтобы незаметно свалить из дома. Я не замечу открытую дверцу. Думал, что я не замечу. А ну иди сюда. О, гад. О, гад. О, гад. О, гад. О, гад. Ах ты, сволочь! Пап, сколько? Вот же несправедливость! Кто открыл дверь в кладовую? Какой-то училки! А ну стоять! Думал, я не замечу открытую дверцу. Думаешь, твой отец тупой? Это ты так уроки делаешь. Слышал. Ага! Это ты так уроки учишь? О, гад! Открыл дверь! Сейчас ты у меня ремня получишь. А ну стоять! Кто включил панель управления? Сейчас ты у меня получишь. Ой, блин, сколько дыма! Это ты так уроки делаешь! А ну стоять! Ага! Пойду гляну, кто там мне пишет. Так. Я точно закрывал эту дверь! Думал, что я не за... Сколько можно? Постой-ка. Какого хрена дверь открыта? Пойду гляну, кто там мне пишет. Погоди. Кто открыл дверь? Сейчас ты у меня ремня получишь. Вот так учишь уроки.
Не понял? А кто включил свет? А, гад! Что-то здесь не так. Кто трогал решетку? Сейчас ты у меня получишь. Вот так учишь уроки? Что здесь случилось? Кто разбил бокал? Сейчас ты у меня получишь! Кто открыл багажник? Сейчас ты у меня ремня получишь. А ну стоять! Ну иди сюда! Одни инвалиды в команде. Так кому я там нужен? Ага.
что-то придавило. Пойду схожу в туалет. Стой. Кто поставил чайник? О, я тебе что сказала? Кто двигал эту тумбу? Сейчас ты у меня ремня получишь. Это ты так уроки делаешь? Ага! Думал, я не замечу открытую дверцу. Думаешь, твой отец... О, гад! О, гад! Это не макро. Не с места! Ага! Ха! А ну, стоять! 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 Не с места! Стоять! Стоять! А ну, стоять! Не с места! Ха! Ага! Стоять! Не с места! Понял? А кто включил? Ага! О, гад! Ах ты, мелкий засранец! Засранец! Думал, я не замечу открытый шкафчик? Думал, что я не замечу! Мне кажется, Элли... Кто открыл ящик? Кому я там нужен-то, а? Погоди. Я точно закрывал эту дверь! Пойду гляну, кто там мне пишет. Я точно закрывал эту дверь! Сейчас ты у меня по... Кому я там нужен-то, а? Так. Я точно закрывал это! Ах ты, мелкий... Опа! Кто-то напихнул. Я точно закрывал... Так кому я там нужен? Стоп. Я точно закрывал это... Погоди. Кто открыл дверь? Пойду проверю телефон. Постой. Кто открыл дверь? А, га!
гад! Пойду проверю телефон. Стоп. Я точно закрывал... Пойду проверю телефон. Погоди. Кто открыл дверь? Погоди. Я точно закрываю. А, гад! Пойду гляну, кто там мне пи. Погоди. Я точно закрывал эту дверь. Пойду гляну. Я точно закрывал. Кому я там нужен? Я точно закрывал эту... Пойду гляну, кто там мне пишет. Кто открыл дверь в спальню, а? Думал, что я не замечу. А, гад! Кто выключил мне телевизор? Ага! А, гад! А ну стоять! Пойду гляну, кто там мне. Кто включил свет в спальне? Думаешь, твой отец? Ой, блин, сколько дыма! Ужас! А ну стоять! Стой, гад! А? Погоди. Газовую плиту! Сейчас ты у меня получишь! Да! Кому я там нужен? Стоп! Здесь кто-то был? Кто включил кондиционер? А? Сейчас ты у меня ремня получишь. Галя, давай на помощь! Наш сын где-то прячется! А ну стоять! Ага! Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. А если нечем мыть пол, значит будешь... Фу! Ты че, совсем охренел? Ты что, совсем тупой? Ну чё ты спал? Стоп. Да ну нафиг, чтобы я и учил уроки. Это несовместимые вещи.
Ах ты, засранец! Думал, я не замечу открытый шкафчик? Сейчас ты у меня ремня получишь. А ну стоять! Пойду схожу в туалет. Стоп. Думал, я не замечу открытую дверь. Ох ты, паразит. Погоди. Вот так ты учишь здесь уроки, значит. Тебе что? Думал, я не замечу решетку. Думал, что я не замечу. Вот так учишь уроки. А ну стоять! Кто сожрал мои бутерброды? А? Думал, что я не замечу! Все дети как дети! Иди сюда! Стой, гад! Ужас! Погоди. Здесь кто-то был. Кто открыл электрощиток? Там ходит. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Думал, я не замечу открытую дверцу. Думал, что я не замечу. А ну стоять! Кто включил панель управления? Сейчас ты у меня ремня получишь. А ну иди сюда! Хрена!
Давай бегом вокруг дома. Три круга, побежал. Чё смотришь? Беги! Ты что, совсем тупой? Я не намерен... Ты что? Нужно устроить дымовую завесу. Кто мне выключил телевизор, а? Сейчас ты... Ах ты, в шкафу сидишь? Давай бросай дела! Наш сын опять пытается сбежать. В шкафу сидишь, да? Ну куда? Пас давай! Ну сколько можно? А все мимо. Ну что, всегда так не играйте? Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. А если нечем мыть, мне дол? Фу! Па!